Вас снимает скрытая камера! Она вернется! Хочу! Кто мог подумать? Ну, конечно же, группа, которая как в мультфильме, да, в Простоквашино. Вас и тут, и там слышно. М-Бэнд у нас в гостях, шоу «Утро на лавке». Анатолий Цой, привет тебе. Привет, привет, «Утро на лавке». Артем Пиндюра. Привет, привет. А Владислав Урам. Здравствуйте. И Киса Киоса. Guten Tag. Парни, привет, давно не виделись, столько всего хочется обсудить. Сразу начнем, наверное, с самого главного. Мы вас хотим поздравить с новым треком «Посмотри на меня». Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Премьера состоялась в нашем шоу, и мы сегодня, кстати, трек этот еще и услышим. Спасибо вам, кстати, за отлично. Премьеру, очень круто. Да мы, знаешь, как тут переживали. Мы пели все вместе с Александром. Выучили уже слова. Конечно, я потом продемонстрирую. Но в любом случае, давайте начнем с самого простого, да, самого легкого, чтобы вы как-то почувствовали себя как дома. В каком году отменили крепостное право? В 1862 году. 62-й, да. Точнее, ребята, такая важная дата. 63-м? 61 в марте. 61-м, да, 61-м. Мы были близки. Неважно. Сразу видно, что вы взбодрились. Ну, ребята, у нас под окнами что-то невообразимо происходит. Вы сами слышите, что у вас уже хор, который вы можете смело брать к себе на гастроли. А вот вы стали миллионами... это слышно. Да, это слышно. У вас миллионы поклонников сейчас вот под окнами и по ту сторону приемника. Скажите, пожалуйста, как вы им отвечаете на ваши признания в любви, когда они вам признаются, сердечки дарят вам? При каждой любой возможности мы дарим всегда приветы, свою любовь. Очень часто говорим везде и всегда, и сегодня, пользуясь случаем, говорим всем привет, кто нас слышит. Спасибо вам, привет! Особенно тем, кто стоит сейчас под окнами, они стоят здесь с 8 утра. Спасибо вам большое, мы вас очень сильно любим. Мы с ними видимся практически каждый день, потому что каждый день у нас какие-то мероприятия происходят, и они приезжают, встречают нас. То есть другие артисты, мне кажется, просто... в шоке от того. Это, кстати, да. Ребят, по поводу мероприятия. Одно же намечается, самое интересное, да? Какое? Да, ну, давайте да, мы вместе. Такое. Мы знаем, что совсем скоро стартует на телеканале СТС Лав. Да! Реалити-шоу «Один день с М-Бэнд». Да? Да. Совершенно верно. Вот, смотрите, как реакция. Эта реакция, кажется, дошла после нашего. Знаете, мне кажется, люди в эфире еще не понимают, это не эффект сейчас накладывается. Это просто, да, действительно люди стоят на улице. На новом телеканале СТС Лав скоро стартует реалити-шоу «Один день с М-Бэнд». Давайте поговорим на эту тему о реалити для тех, кто еще не в курсе и не имеет сейчас возможности прочесть это на сайте. Что за проект? Ну, это такой, знаешь, высокобюджетный проект. Я понял. Очень хороший режиссер снимает. Спилберг. Нет, Мартин Скорсезе. Сергей Спилберг. Тот, что «Игру престолов» снимает. Да. А, то есть он умрет, да, через 3 серии? Ну, а мы не будем рассказывать, зачем спойлерить. В конце каждой серии будет кто-то умирать. Ну, да, смотрите, я, насколько знаю, каждая девушка должна выложить в Инстаграм 15-секундное признание в любви, правильно? Да, все верно. Поставить хэштег «СТС Лав», «М-Бэнд Лав». Хэштег «Лав М-Бэнд». Да. И тогда у нее появляется возможность стать одной из 8 участниц, которая будет участвовать в нашем реалити вместе с нами. Собственно, журить будем мы. Журить. Да, журить. Будем мы продюсеры канала. То есть мы продюсеры канала. Вы понимаете, за полгода, в принципе, уже нам стало хорошо. Лестница карьерная просто. Не, ну хорошо, а выбор-то как? Как вы будете выбирать? Блондинка, брюнетка, рыжая, не знаю. А это закрытый кастинг. Да все очень просто, на самом деле. Просто я перебью. Тем, я отправлял тоже 15-секундное видео. Я все что. Я тебе скажу больше, у тебя есть большие шансы. Спасибо. Ребят, насколько мы знаем, вы уже пилотную серию сняли. Да, мы сняли уже пилотную серию. Просто вот задают очень много вопросов. Как так? Почему уже одна девочка снялась? Мы объясним. Просто в каждом шоу такого рода... Ух ты, музычка погромче стала. В каждом шоу такого рода происходит съемка пилотной серии, дабы посмотреть, как это будет вообще происходить. То есть эта девочка состоит в нашем фан-клубе. Она не подставная, она не за деньги. Она самая, что ни на есть настоящая, как и другие девочки. Но... именно эту выбирали продюсеры, то есть, вы понимаете, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. Понятно. Остальных будем отсматривать мы.
Кстати, Артем, Денис, да, на тебя мы обратим внимание. Я понял, я все жду от вас лайков. Большое. Но, кстати, всем, кто мечтает провести целый день с четырьмя красавцами, раскрою тайну. Не зря же говорят, Лав-Радио тоже исполняет все твои мечты. Ты тоже сможешь попасть в число тех счастливец, которые позавтракают и пообедают и прогуляются с группой М-Бэнд. Одним словом, следите за всей инфой на сайте lavradio.ru. Там скоро все появится, так же, как и мы. Сразу после трека, который, ну, очень любят парни, и они попросили его поставить. One Direction. Танцуем, парни, вместе. Ура! Давайте все-таки поговорим с вами на тему, какие у вас планы на грядущие три выходных дня. Давай. Влад, давай, отвечай нам. Слушай, у меня планы грандиозные на эти выходные. Я переехал, у меня теперь новое жилье, поэтому я буду все выходные заниматься бытовыми делами. Отлично, отлично. Я на новоселье приеду. Давай, приезжай, я тебя приглашаю. Ну, я, наверное, отосплюсь наконец, потому что у нас завтра будет первый выходной за месяц, по-моему, да? За два. Да, за два даже месяца, поэтому я буду, наверное, весь день завтра спать, а послезавтра мы выступаем на ВДНХ. Здорово, надо посетить. Я бы с удовольствием бы завтра попал бы наконец-таки за первый раз за месяц в зал. Позанимался зал? Бы, да. Поплавал бы в бассейн. Сжечь пару лишних? Ну, на мне сжигать просто нечего, да. Ему каждый лишний, это прям... Я могу помочь кому-то там сжечь что-то. Толь, а у тебя какие планы? Ну, не знаю, я, если честно, не особо планировал. Очень ждал этих выходных. Они настали, и так неожиданно, что теперь даже не знаю, что делать. Но мы еще хотим с парнями сходить в кино на «Астрал 3». Да. Здорово. И сходить обязательно на «Красотки в бегах». Да, да, сходим. Я просто последний раз в кино был на «Тупой еще тупее 2». Вот хочу сейчас на. Давно. Хочу, ты вышел. Что-то изменить. Фильм вышел давно. В общем, ребята, совсем скоро, напоминаю, мы будем играть с командой M-Band. А пока сейчас сделаем небольшую паузу. Скоро вернемся. Кари в Остине, на волнах Лав-Радио, Castle in the Snow. Ну, а теперь продолжаем. Грасия. Грасия. Благодарочек. Итак, команда M-Band с нами в студии Лав-Радио. Эй, привет. Ребят, хотел что сразу вам сказать. Вы существуете уже больше чуть полугода, правильно? Да, чуть-чуть больше. Да, когда чуть-чуть. Вы образовались? 22 ноября. 22-го я тогда еще был с вами, парни. Крепостное право не могли. Я просто 4 дня отмечал, поэтому 26-го. В общем, к чему мы это все вели? Вы, наверное, за это время уже стали друг друга как-то ближе, знаете друг друга, правильно? Конечно. Или нет? Да. Ну вот сейчас мы и проверим, ребят, это. Вы готовы? Да. Сейчас каждому будем задавать вопрос, насколько участники группы M-Band знают друг друга. Итак, первый вопрос летит Никите Киоса. Парни, ну вы не подсказывайте. Никита умеет смеяться над время. Итак, подождите, пока до нас не дойдем. Никит, кем на протяжении 5 лет работал Артем Пиндюра? Артем барменом работал, насколько это я знаю. Это легко. Правильно! Это было легко. Даже я. В общем, тем человеком, который не доливал. 5 лет. Зато как я сейчас доливаю. Он работал тем человеком, у которого лучший друг был лед. Ребят, дальше сложнее. Вопрос Артему. Какую песню на кастинге пел Никита Киоса? Сася, там сверху что-то такое. Снизу и слева, Дорн, справа. Вот это, правильно. Следующий вопрос. Виктор. Толя, прости. Сколько фотографий загружено в инстаграме Влада Рама? Ё-моё, это сложный вопрос. Это легкий вопрос. Дайте подумать секундочку. Давай. Окей, Google. Блин, я даже на него не подписан. 3. Сейчас, секундочку. 4. По хэштегам ты смотришь. Ставьте в черную книжечку маленькую галочку. У него самое маленькое количество, наверное, фотографий из всех нас. Не, у меня на одну меньше. Да, 207 фотографий. Отлично. Как узнал, откуда догадался? Смотрел. Влад, вопрос тебе. Кто за кулисами поддерживал Анатолия Цоя во время кастинга шоу «Хачик Меладзе»? Это такой вопрос очень такой... Риторический. Кого там только не было. Кого там только не было, да. Но я думаю, что больше всего Ани Седокова. Неправильно! Да ты
что? Подожди, а за какими кулисами? Тополиный пух. За кулисами. Про это? Это да. Это же точно. Пацаны, ну что вы меня подводите постоянно, а? Это же солист группы... Иванушки. Интернешнл. Да, да. Аня Седокова. Ну, вообще, я думал, ребят... Ну, только правду поддерживала. Мы проверили, что знают участники друг друга на четверочку. В следующий раз придете, сработаем. Мы подготовимся обязательно. Ну а теперь первый запорол. Влад, твоя любимая песня. Пожалуйста, объявляй ее. Хотелось бы объявить очень такую интересную и красивую песню с кричащим названием, олицетворяющим мечты Никиты. Да сейчас слова уже пойдут. Дай мне. Дай мне, группа M-Band прямо сейчас. Всем привет, с вами утренний прогноз погоды от Артема Пендюры. На улице плюс 18, жарко прямо как в наших сердцах. Ветер, как на Владимирском централе, северный. И, как вы понимаете, уже влажность повышенная. Реклама. Не секрет, что ваши поклонницы есть везде. Даже везде? Даже в Африке. Везде, да. Когда мы особенно... Есть такой город Эфиопия. Как ты думаешь, там есть наши поклонники? Я думаю, есть. Страна. Везде есть наши мобильные приложения. Везде сидит и поет про кольцо на пальчике. Они причем там поют? Но, ребят, не суть. Главное, что они есть, и это здорово. Потому что мы, когда эксклюзивно показывали вашу... Включали вашу песню, да? Премьера у нас была на «Волнах Лав Радио». Мы просто были в шоке от комментариев, которые нам писали. И мы парочку выбрали. Комментарий, который касается личности вас. Угу. И сейчас мы каждому дадим небольшой такой вот тут, мы их распечатали, чтобы вы прочли. Пускай Влад прочли. Давай, Влад, выбирай. Выбирай одну. Прям как на экзамене. Давай. Билет тяни, Влад. И читай, что там написано. Сегодня впервые глянула клип «Она вернется». Песня очень классная, многоточие. Ребята молодцы, многоточие. Клип, ну, норм. Все хорошо. Только мое мнение, что парень, не знаю его имени, который первый начал петь, не вписывается в группу на фоне остальных слишком... мелкий. Как будто ему 15 лет. Сколько на самом деле, не знаю. Но мне как бы недалеко ушел, но ничего страшного. Это лучшие комментарии выбрали. Это честный комментарий. Мы выбирали честно и хорошие, и не менее хорошие. Тём, давай. Очень много стало группы M-Band. Они везде. Когда смотрела проект «Хачук Меладзе», мне нравилось. А теперь M-Band из каждого утюга. На шоу болела за Славу Басилу. Он такой лапочка. У Басила все-таки круче немного песня. Намного. Ну что же, мы заполоняем медиапространство. Простите. Существует, кстати, даже легенда, что именно из-за вас и происходит сбои в социальной сети ВКонтакте. От лайков и репостов вашей группы. Серьезно, есть такой слушок. Никит, давай теперь ты читай. Так, мне пишет Саша Лазарев. А что за помешательство на M-Band? Девчонки, слушайте нормальную музыку. Металлика, Моторхед, Би-2, Замфира. Да хотя бы Лепс, но не этих гладко выбритых кентов. Но есть что ответить. Есть отросток, да, на подбородке небольшой. Как его зовут? Саша Лазарев. Саша, Александр. Не позорь фамилию. Серег, ну ты хотя бы фамилию, да. Так, там. Теперь, Анатолий, твоя очередь. Прочти нам, пожалуйста. Моя очередь, слишком много русских слов, но я попробую это прочитать. Так, хватит пиарить этих M-Band. Все равно фантом дирекционеров самый стойкий и крутой. Ни разу мы, бандиты, не... Чего, не выводили своих малышей в топы Твиттера. А мы это делаем каждый день. Так что вашим M-Band'ом The One Direction. Они не знают, как правильно пишется их группа. Еще расти и расти. Ну, в общем, что я хочу сказать. Спасибо. Мы любим группу M-Band. Внизу пишет, это все шутки, мы любим группу M-Band. Ребят, ну вы же не забывайте, что помимо негативных каких-то конструктивных критик и прочее, есть же и положительные. Ее, кстати, очень-очень-очень много. Вы один из самых популярных проектов сейчас в социальных сетях. И вас репостит и ретвитит, поэтому не обращайте на внимание. Просто, имейте в виду. Не, на самом деле, критика, это все нормально. Мы очень... Ну и правильно. И Денис, двери нашего коллектива всегда открыты. Я помню об этом, да. Спасибо большое.
Это был англичанин Клапс и его работа Вок на волнах Love Radio. Кстати, вопросы для группы поступают не только из России, но и из Англии, Америки. Хочешь присоединиться и быть в курсе всех событий первым, слушать любимые треки 24 часа в сутки, тогда скачивай наше мобильное приложение, которое, я заметил, у Влада тоже есть. Да, ребят, скачивайте, это очень крутое приложение, оно у меня есть, я им пользуюсь постоянно. Да, кстати, девчонки, которые на улице, кстати, у нас сейчас через него и слушают. Скачивай, наслаждайся. Эли Азура на волнах Love Radio. Жене Сепан только что на волнах Love Radio, где у нас группа M-Band, и мы прямо сейчас будем подводить с ребятами итог сегодняшнего дня, да? Мы спросили по поводу реалити, да, на сайте mband.ctc.love.ru можно все это посмотреть, да, узнать. На STS Love все это тоже скоро стартует. Также следите за новостями на сайте loveradio.ru, мы тоже будем в этом участвовать, мы будем выбирать восьмую девушку. Вот, ну и, естественно, давайте о концерте. Ребята, кто нам расскажет, когда он будет и что там будет? Дорогие друзья, 10 октября, Ride Just Arena, город Москва, 20:00, ждем всех, поколение M, будет нереально круто, весело и, возможно, будет пятый участник группы M-Band Хулио Курочкин. Есть. Конечно же, при поддержке Love Radio. Ой, это очень важная ремарка. Ребят, давайте, наверное, на прощание пожелаем чего-нибудь слушательницам и слушателям Love Radio. Какие-то хорошие пожелания на предстоящий праздничный уикенд. Грех не воспользоваться эфирным временем, чтобы пропиарить лишний раз наше реалити-шоу. Девочки, хэштег LoveMBand, участвуйте в конкурсе, мы все отсматриваем, за всем следим. Вперед! Спасибо Love Radio за предоставленное время, нам очень комфортно и весело всегда с вами. Спасибо дуэту великолепному. Утро на лавке, скучаем, Денису любим. И Саше, да, ура. С вами всегда очень клево и весело. Всем слушателям спасибо, кто был с нами. Спасибо за это крутое утро. Спасибо, друзья, всем мир. Ну и теперь песня, которая еще не так давно была эксклюзивно представлена вниманию всей России. Команда M-Band. Вместе скажем. Посмотри на меня! Слушай, наслаждаемся, а мы прощаемся до понедельника. Пока. Пятый участник M-Band вас фоткает. Из практики трио. Несколько сделай. Нормально фоткай. Я сделаю, да, несколько. Нормально фоткай. Погромче звук сделай. Да, все в порядке. Девчонки, ты улыбайся нам. Молодец, девчонки, молодцы. Шоткала. Я люблю тебя, девочка, очень. Толик, я только ради тебя приехала, пожалуйста. Love Radio, Love Radio, Love Radio, любовь. Просто обними ты меня. Видели? Спасибо.